15 медалистов района собрались в малый зал администрации района. Очередную партию золотых медалей традиционно вручает глава администрации Радив Гильмуллин. Спасибо родителям за хорошее воспитание своих детей, за создание полноценных условий для всестороннего развития личности. Дорогие ребята, нам приятно видеть в этом зале тех, кто завтра будет определять будущее нашего района, республики и страны в целом. Первый шаг к будущим достижениям и успехам уже сделан. Сейчас вы стоите на пороге серьезных ответственных решений о выборе дальнейшего профессионального и жизненного пути. Сегодня общество нуждается в высокообразованных, нравственно зрелых и творчески активных молодых гражданах. Надеюсь, что вы станете отличными специалистами и вернетесь в район, чтобы стать полезными и необходимыми. Краснокамские выпускники всегда были востребованы на рынке труда. Наши земляки работают во всех сферах экономики. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в жизненном пути. Добрый путь, дорогие ребята. Слова напутствия и поздравления медалистам сказали заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации Фанус Исламов, начальник отдела образования Юлия Соломенникова и директор школы-интернат села Новокабаново Гузелия Башарова. Стало доброй традицией каждый год в этом зале приветствовать наших выпускников-медалистов. Сегодня золотой бал выпускников. Все эти долгие 11 лет они усиленно готовились к экзаменам, сдавали контрольные, писали диктанты, трудились, не покладая рук. И сегодня они заслужили этого результата. В этот замечательный день мы хотим поблагодарить наш отдел образования, администрацию нашего района за поддержку и постоянное внимание. Учащиеся младших классов района Камилы Разыддиновой и учащиеся села Николы Березовка своими концертными номерами украсили торжество. И вот наступил долгожданный момент вручения медалей за отличную учебу и прилежное поведение. Первым свою награду получил выпускник Куяновской школы Рамиль Шакиров. К слову сказать, средняя школа села Куяново дала самое большое количество медалистов. Я просто учился, старался. Просто для меня было важно получить знания. Потому что от знаний уже хорошая профессия пойдет, уже более высокие чины. Хотелось просто обучиться. Ну, школа решила, администрация решила наградить мне медалью. Я очень рад этому, потому что это все-таки честь за свою фамилию, за свою семью. То, что я получил медаль, окончил школу. Хотелось бы поблагодарить всю администрацию, отдел образования, район. В нашей школе 5 медалистов. Из 19 человек. Самая любимая учительница – это, конечно же, наша первая учительница Галия Разифовна. Она у нас и классным руководителем, и в старших классах была. Она вложила, как бы дала мне понять, что такое знание, зачем оно нужно. Фундамент как бы вложила в мои знания. Хочется выразить огромную благодарность Разифу Мухаммеднуровичу, администрации района, отделу образования за то, что они поддерживали нашу школу, развивали его, давали нам возможность участвовать в разных мероприятиях. Вот, и благодаря им мы добились очень больших высот. Не забыли в этот день руководители учебных заведений. 4 директора школы получили свои благодарственные письма за то, что подготовили медалистов района. Ну и, конечно же, не обошли стороной родителей. В торжественной обстановке им вручили благодарственные письма от имени главы администрации. От имени родителей Краснокамского района хочу поблагодарить весь педагогический коллектив Краснокамского района, отдел образования, администрацию и другие отделы тоже, отдел культуры, спортивный комитет, за разностороннее развитие наших детей. А детям хочу пожелать, чтобы они правильно определились с вузом, правильно выбрали направление. Хочу того, всего того, чем счастлив человек. Простого человеческого счастья им хочу. Мы их в любом случае поддержим. Все выпускники, кроме медалей за отличные успехи в учебе, получили в подарок памятную книгу родного Краснокамского района. В завершении праздника выпускники запустили в небо воздушные шары со своими пожеланиями. А впереди ждут студенческие годы, полные новых встреч и эмоций.